Иди нафиг, уйди. Миш, давай, может быть... Да! Спок-нок. Понятно. Всем доброго, здоровья и приятного аппетита. Сейчас кушает с вами Юлия Мишка. Всем привет. Мы вернулись в игрушку под названием... Baby in Yellow. Не просто так. Здесь вышло, как мы обещали в предыдущих роликах, точнее в предыдущем, обновление. Оно новогоднее, но еще здесь такая глава, как побег... Да, нам нужно следовать за белым кроликом. Хорошо, да. И мы выбраться, так... сбежать от этого мелкого пакостника. Вы помните, да, если не смотрели, посмотрите предыдущую серию, мы показывали, что появились новые секретики. Короче, пойдемте уже по делам. В общем, вам в любом случае надо послушать нашего кота. Сейчас, секундочку. Кот успокоился. В общем, нужно пройти 3 ночи. Иначе ничего работать не будет. Помните, мы показывали вот этот лифт? Да, раньше ничего здесь не работало, никаких знаков белого кролика, естественно, не было. Но здесь он появился. В прошлый раз мы, по-моему, не могли войти, да? О, жуть. Так, нажмите спуск. Все пока нормально. Загрузка. Безумие Пикмана. Бедняга белый кролик, я знаю, что ты ищешь, но здесь ты этого не найдешь. Это мое. Врач. Я не знаю по лору, кто такой здесь врач. Нам, кстати, писали по поводу каких-то еще игрушечек. Ага, я уже могу здесь посмотреть. Что можно было? Смотри, знак исчез. Найти, да? Да, типа какой-то все в порядке. Лифт, как будто неровный. Эй! Что-то происходит. Ну все, мы, видать, я слишком тяжелые. Я не хочу умирать, нет! Спустились. О, он работает. Иди... за кроликом. Стой, а сзади нету ничего? 501, 502, все нормально. Все как положено. Все заперто здесь у нас. То есть мы видим, что это совершенно новая локация. Вот здесь вещи какие-то есть. Да, бутылочка 506, все закрыто. Вот кролик. А мы можем... Пикман. А Пикман. А мы можем письма взять, нет? Нет, я не могу ничего нельзя. Пощупать. Сзади нас ничего не происходит. Замок. Замок. Ребенок. С луной. Надо запомнить, луна. Видимо, да? Видимо, да. О, новая комната, совершенно новая комната. А что тут написано? Обучение стройки дома, безумие музыки. Так, это новая комната, слушайте. Что нужно? Поймать малыша. У него безумный взгляд. Да уж, ну как и обычно, собственно говоря. Куда ты делся, а куда неизвестно. Смотрите, интересно, давайте просто вот осмотрим. Все... Нужная музыка. Нужна музыка. А, нужна. Нужная. Вот, гитара. Вот смотри, нет? Звуки пианино. Это один из кусков. Надо, наверное, сюда 3 ноты. Поставить. Поймать. Да иди сюда уже, заколебал. Можно тогда сначала музыку попробовать? Дыня. Что-то на дыню не похоже. Же... арбуз. А смотри, тут какие-то знаки. Надо, так, опять же, запомнить. Иди сюда. Вдруг потом пригодится. Заколебал вот бегать. Вот мы еще вот здесь не были. Иди сюда. Миш. Ух, блин, картинка. Ё-моё, это король. Же ребёнок в жёлтом. Кинга. Опять же, король. The о, Kings. Чё-то ла. Ле. А, во. Король лев, что ли? Ну так, а погодите. Нужно было... Не пианино. На пианино. Не пианино. Так, слушай... Ты уже заколебал. Ты либо... Не, он по кругу. Сыграть нужно. Стой, ну почему... Почему мы не можем поставить? Может, сыграть уже? А, да, можно сыграть. Какая-то мелодия. И не работает. Мелкие ржут, как обычно. Так, еще раз. Че ржешь, дурачок? Ты почему нам не даешь поставить вот эту? Чушь. Может, надо убрать? Написано. Может, неправильно? Но здесь больше ничего нет. Слушайте, мне почему-то кажется, что вот эта мелодия, она как-то что-то не... А, вот! Что сюда такое? Сюда нужно. Наверное, вот. Так, а можно выключить? Играть. Во, мы сели. Ой. Здорово. Он успокоился. Может быть, мы его сейчас сможем поймать? Отвлечем и заберем у него ключ. Оу. Его ударило. И он опять исчез. Миш, переключатель. Появился, да. Нажать тайный выключатель. Воу! Да я туда не полезу, я что, на дурака похож, что ли? Ну, если только с дыней. Точнее, арбузом. Да уж.
Присесть, присесть. Я сейчас... Ого, тут целая шахта, я бы сказал. Страшно, страшно. С арбузом... Я ненавижу такие замкнутые пространства. Мне ничего не страшно. Слушай, мы вылезли из этой... Боже мой, это какая-то великая пластинка. Там, наверное, Антох МС, я уверен. Надо ее воткнуть, получается, теперь в тот проигрыватель. И послушать, да. Ты, Миша, единственное, что арбуз свой там забыл. А, да, без арбуза, конечно, мне... Ух! Да, господи! Зачем так делать? Это дым, ё-моё. Пар. Он здесь. Иди сюда! Так, давайте поменяем. И включаем. Так, слушаем. Похоже, кстати. Вот это уже такой прикольный. Что нужно сделать? Открыть дверь ключом. Каким ключом? А где ключ-то? У ребенка вон, забрать. Он успокоился. Забрать ключ. Да-да, вот так! Ты посмотри на его рожу. Ну, она нормально. Да нет, у него сейчас... Надо было его жилкой делать, на самом деле. Во. Вот, фух. Открываем. Желательно, чтобы работал. Хорошо. Нам сюда на выход, походу. Страшно. Черт, света нет. Миш, нам теперь направо, сюда. Походу, что да. Куча писем. Здесь, видимо, давно, как это никого сказать, не никто было. Да, не приходил. Вот эти картины, странно, а кто что? Еще в комнате была? Не блин, знаю, ненавижу такие она. Коридоры, если честно, я что идешь, идешь, ничего не происходит, и тут какая-то опять непонятная замок с луной. Дверь. Так, ну, два ключа, неподходящих ничего нету. А как это? А что нам надо? У нас же был такой ключ. Черт, света нет. А, вот, нам два теперь ключа нужно. Чтобы... Слушай, а у нас почему-то вызов лифта, задание как-то странно. Может быть, я где-то ключ чего-то пропустил? Желательно, чтобы работал. Опа! Вот сюда нам нужно зайти. Мы просто, видишь... Не в ту сторону пошли, получается, да, так что ли? Да. Хорошо, мы сейчас сюда подойдем. Ого! Кубик какой-то. Э! 43. И какая-то цифра, похоже на 4. Хм. Предохранитель. Вот сюда, наверное, вставить нужно. Нет света. Нужно синий и фиолетовый. Ну смотри, здесь как будто синий есть. А, нет. Вот сюда давай синий. Синий вставляем. Готов. Нужно найти еще фиолетовый, я так понимаю. А как где здесь открывается? Открыть? Там было открыть. А, вот все. А, Ли. Так. И вот фиолетовые предохранители. 17. 17. Стой, 17, смотри. А это что такое? Король. Король. Не знаю. Стой. А то число какого было цвета? Та подсказка 43. 43, ну вот. Угу. Использовать так. Блоки предохранителя. Ну, в любом случае, нам это нужно вставить. А, вот Здорово. У него что? Предохранитель. Какой-то... Он исчез. Ты что, дурак? Вон в шкафу его. Куда закрыть? Тебе? И зачем ты мне здесь вообще нужен? Здорово. Ай, сейчас. Блин, так не так просто. А это что такое? И вот здесь нам нужно вот. Подобрать. 43, да? 17. Это слишком просто было. Элементарно. Ты туда, что ли, поедешь? Мы это не дурачки. Прощай. Повеселись там. Он сейчас ой, сверху слышишь? На нас. Блин, звуки мне не нравятся вообще. Так, а почему предохранитель исчез? А, так он исчез, реально. Он его, как это сказать, у меня убрал. Еще есть. Типа, видишь, он напакостил. Вернитесь. Надеюсь, теперь сработает. И нам сюда. Господи, ну эскейп. Зачем ты меня скинул туда? Я приду. Не убежишь, типа. Да. Да ну нафиг, я чё, дурак? Я рискну. Ёшкин. Не наступать сюда, мне вдруг я, ловушка. Если честно, ничего здесь не...
Нужен подходящий ключ. К лифту, вернитесь к лифту. А, я не сюда пришел опять. Почему мне это в эту дверь хочется? А где лифт? Она манит тебя направо, вот сюда нам нужно открыть. Вот для чего записи были готовы. Что Чепушила натворила? Так, скоро король прибывает. Слушай, там тоже был король. Фигурка. Смотри. Как-то связано. Ползет. Скоро король прибывает. Какой король? Какой король? Я что ли король? Нет. Король демонов. Не понял. Так, лифтик. Давайте, пожалуйста, увезите нас отсюда. Что это такое? Иди нафиг. Уйди. Миш, давай, может быть... Да! Спок-нок. Понятно. Доброе утро. Давай, Ержан. Дай посмотрю поближе тебя тогда. Нет, не настолько. Ну слушай, выглядит прикольно, но пора валить, не нравится как бы этим. Вот его истинное лицо. Понял. Он не пройдет через дверь? Пройдет, блин! А как от нее бежать? Такой, я что, по-твоему, похож на абонента? А у него же рук нету, как он дверь открывает? Силой мысли. Куда бежать-то? Ключ! Да дай ты его! Ключ! Быстрее. Куда бежать? Так, сюда нет. А там тоже не было ключа. Может быть, опять на столе так, будет? По-моему, солнце, точнее, и месяц. Треугольник. Вниз треугольник. Его здесь нету. Я его не вижу. Вот здесь. Вон он. Бежим! Вы чё? Мишка, она за нами. Быстрее, лифт. Адьос, амигос. Не бросай меня, оставайся здесь навсегда. Мольба Хастура. Или Хастура, не знаю, как правильно. И кто это вообще? Это нам все показалось, что ли? Возьмите бутылку в холодильнике. Здесь лифт. Слушай, а квартира-то по-другому выглядит. Да, кухня с другой стороны. Будто отзеркаленная, ну, в каком-то смысле. Покормите малыша. И ключ, будто... и смотри, здесь лежит ключ. Еще один ключ. Это как, ну, типа, продолжение? Это надо что-то делать? Это может быть, да, как целая дополнительная глава. Интересно. Ладно, продолжаем разговор тогда. Начинаем его кормить, все, конечно, наоборот стало. Слушай, а мне, знаешь, возник вопрос. Вот если подойти к ящику с игрушками... Ну... Что там будет? По-моему, там еще один знак вопроса был. То есть какая-то что-то то ли игрушка, да, то ли что, видишь, знак вопроса. Кстати, врач. Ну, тут что-то может выпрыгнуть. Ну уж давай разберемся по основной теме. Ну все, он так, хочет ладно, кекать. Он уже, да. А точнее, он уже не хочет, он уже сделал свое дело. Да, нужно разобраться. Он ключ, Миш, ключ. Я вот не знаю, что с ними делать. Ключами. Может, пусть пока здесь валяются. Куда-то. Вон еще один ключ. Ой, да, точно. Здесь их много. Я не знаю, для чего они здесь нужны. Ну, пусть валяются. Вот еще ключ. И как будто еще где-то было. Так, ладно, трусы. Блин. Так, сменить подгузник. Погоди. Вернемся. Давай прямо приступим. Здесь, значит. Чего? С проигрывателем. Опять дружит. Да-да-да. Так, посиди тут. Возьмите бутылку в холодильнике. Ну, я же только что оттуда брал. Сейчас он опять будет бесконечный, что ли? Дайте бутылку малышу. Он опять... Ты что, прикалываешься, что ли, над нами? Пеленальный стол. Смените подгузник. Ой. Не, нужно ему отнести. Да. Да, давай. Давайте. Довольный! Да заколебал. И что с тобой делать? Так, стой. Какой-то прикол. Что делать-то, я не понимаю. Возьмите. Может, надо... Стой, а что наверху? Наверх, да, сходить. Заперто. Ну, такое ты будешь здесь бесконечно. Так, сердечко. Ну, мы сердечко нашли. Вон оно лежит здесь. Оно было в вазе. Сейчас посмотрим, надо что, если сердечко запихнуть. Баран какой-то. Игрушки не наступить, главное. Может, паровозик. Так мне... Здравствуйте. Уложите малыша спать. Усталый малыш. Да по нему не скажешь, что он усталый. Уи! Вот так нормально.
усыпили. Хотя, успокоили. Миш, лучше, знаешь, лучше так не делать, а то вдруг это... Слушай, ну я его как будто должен куда-то пронести, если честно. Усталый малыш. Блин, а где выход-то? А, вон, вот вижу сюда. Комнату. Типа, наверное, его комната это с этим... Ой. Какая-то кровать. Конечно, я бы сюда его не укладывала. Все, улегся. Но, видимо, ему здесь нравится. Да что такое, у меня пинка под зад. А что за картина? Ой, ну, опять с этими картина? Символами. Опять ты. Уложите малыша спать. Так пошли уже. А может быть это... Я опять не знаю. Вот, ну, получается, что-то как-то мы... по-другому поступить, покормить малыша неудачи. Ой. А, стой. Ну все опять так же по кругу. И мы сейчас опять туда вернемся. А, может быть, надо было по-нормальному его уложить? Что-то я, может, не так сделал совершенно? Как думаешь? Может быть. Так, малыш, погоди, сейчас. Ну смотри. Завершено. Так. Ты спишь? Кроватка. Кроватка. И опять... Да что? Алло, зачем? О, не надо. Может, его не трогать? Нам намекают. Нам уже на то, что... прямым текст. Боже. Он такой, а я все-таки настаиваю. Пердак взлетел. Наверное, его не... Кто там с тобой стреляет? Вы, конечно, все равно понимаете. У него пукан подгорает. Походу. Аккуратно, жесть. Сейчас вдруг опять... Ой, блин. Прям в лицо вылетел. Жесть. Так. Заперто. Аккуратно. Ага. Ага, понятно. Разлетался тут. Но здесь его нету. И вот нам сюда типа на выход. А нас... Нет, здесь никого нет. Может, все получилось. Снова пинок под зад. Ага, уже телек. Тебе хочется спать. Смотри, может, его не... Тебе. Ё-моё. О, блин, жесть. Окей, я не буду больше смотреть телевизор. Заглянул, пойдем со мной. Заглянул в душу. Так, стой, а что делать? Что делать? Не смотреть. А как мне, не смотря пройти, да. Что ли? Да. Не смотрите на меня. Я на вас... Да, тихо. Короче, Миш, нельзя а как? Смотреть. Прикольно, слушайте. Так, не смотри. А, теперь... а сверху. Теперь сюда. Сюда. Спокойно. Блин, вот эта класс. Тема. Оп, оп, оп. Там был... Интересно, ребята ой. Потом смогут на, если что, на паузе посмотреть. Так. По-моему, там не только ребенок, малыш. Ребенок еще. По-моему, вау, еще класс. Кто-то был. Тихо, отстаньте. Отвалите. Что это за исчадие ада? Все, я прошел. Такс. Нормально. Ну, подвоха. Оу, щит. А вот сейчас-то можно на него смотреть или нельзя? Не-не-не-не-не-не. Нет, не смотри ему. Хорошо. Еще одна. Наглые, как-то сказать, пенископы. Оу, очень усталый мальчик. Его брать или нет? Я не знаю. Он выглядит крайне раздосадованным. Ух, блин. Люблю такие длинные коридоры, вообще по бесконечно. Всем параметрам выходишь такой радостный. Здесь полоса какая-то разрезана, очень странно. Ух! Кто пинка под зад снова дал? Мамочки, мама, забери меня обратно. А, так, а это что? Символ. Звуки еще какие-то. Ё-май, десятнученая, верченая. Фига себе. А, это Илья Дандельер, да? Ага, все, там вот такой. Здравствуйте, нам больше некуда идти, что делать? Ну, такой наушника мне, это точно. Может, его с собой взять? Он такой, вот это подходящее место для сна. Его сюда уложить, наверное, надо. Наверное. О, блин. Даже не страшно. Опустив голову с рогами вперед, с диким криком и воем слепо несется к туманной каркозе. Каркоза. Надо узнать, что такое каркоза. Слушай, это может одна... Это может как одна из концовок. А теперь, если его взять, мы в прошлый раз его не брали. Не, мне кажется, я кое-что видел одним глазом. Ага. Сейчас я объясню.
Я там видел стрелку зеленую. Ясно. То есть его надо... Блин, вот что мне по попе, время сна. Не надо. Все, сидите там спокойно. Я не хочу спать. Я уже точно спать. А то еще вечным сном тут уснешь. Вот. Так, ну мы здесь помним, что... Так, ну мы помним, нужно подойти к этой. Активировать зверя. Смотрите, ну берись. Вот там. А, вижу. Че, его сюда что ли? Скинуть может? Ой. Не бросай меня. Поздно. Блин, прикольно, локации здесь крутые. Хотелось бы посмотреть, конечно, как они. Бойтесь. Да ну, конечно, спасибо. Я уже начала. Ладно, это прикольно, окей. Уязвимый. Так, нам похоже, что нужно. Смотри. Открыть. Ага. Так, да чуть блин, не я не люблю по этим, как его, каракулям лазить. Сейчас из-за поворота. Сейчас что-нибудь сегодня. Выход, как... выход. Аккуратно, вот тут. А, Миш, налево, налево! Спок-нок. Понятно, клево, окей, окей. Так, блин, сколько далеко бежать, ну ладно. Фух, хотя бы есть время мы немножко справимся, это, да. Передохнуть и взять небольшой этот... Перерывчик. О, смотри-ка, кто это? Да мы, ну! Мы его не... Ну стой, дай, ну, дай посмотри. Нафиг, я пошел, до свидания. А вдруг это нужный нам? Ну он не жался, если что, да? Я проверил, да. Так, ну я помню, значит. Сразу налево, короче. Да и пошла ты. Ого, какие комнаты. Так, куда? Право, направо? Давай направо. Та-та-та-та-та-та-та-та. Ой-ой-ой. О, нет, только не говорите, что она у нас. Не уходи. Ага. Странная история вообще. Там паровозик тоже был. Паровозик чух-чух. Чтобы был с собой взять что-нибудь. Ой, блин, снова. Ну, конечно, мы же уже протиснулись. Что ж ты врёшь? Хорошо, Миш, смотри. Так я видел. Следить за нами. Ой, блин. Да иди нафиг. Да может это ничего такого. Приходи, найди меня. Я сейчас... Сразу давай сейчас. Теперь нас не испугать этим. Прикольно. Ховард. Чего? На эскейп как будто опять. Нет, 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 нет. Блин, я почему-то подумал, что развернись, иди спокойно. Ага, там это чучело за нами несется. Ну слушай, именно... Утенок. Странно. Нет, один раз сработал только. Так, что я неправильно сделал? Надо было просто было бежать, да, несмотря на что. Так, бежим. Вот здесь, ну, получается, все правильно. Игра в прятки. Приходи, найди меня. No escape. Иди нафиг. Ох, ёх. Сами мы разберемся. А куда идти-то? Чё делать-то? Налево, видишь? А, да, всё, понял. Да, такой расстроенный, нет. Конечно. Ты нет, нас нет. Не, как ты сказать, не обманешь. Всё, вышли. Don't leave опять. Не покидай. Беги, маленький кролик, ты не единственный, и всегда будет ещё. Окей. Таинственно. В 22-м году будет много интересного. Новые области, головоломки, награды, наряд, точнее, история. А пока можете следить за новостями. Да, ребят, следите за новостями. Будем ждать. Игрушка мне нравится по полной. Всем хорошего настроения. Всем пока. Всем пока.